Здравствуйте всем! Привет, девчата! Сегодня у нас четверг, и мы начинаем нашу трансляцию. Мы с вами ВКонтакте. И в течение часа мы с вами проведем небольшой мастер-класс, очень легкий мастер-класс, в котором мы с вами обсудим появившиеся новиночки у нас у компании Эми и сделаем пару вариантов дизайнов с очередными новинками. Сейчас мы свет поярче включим. Так. Что-то рядышком на соседнем столе тоже светило. Так, еще раз всем здрасте. Пока у нас подключаются девчата, а нас, в принципе, уже и так много, уже можно говорить. Так, ну, надеюсь, что видно, слышно меня. Так, вот так сделаем. Я тут подготовила вам несколько вариантиков, как обычно, готовых вариантов. Так, в перчатках не действует на экран. Так, вот так будем, значит, чуть-чуть пониже. Так, здравствуйте, вот первое сердечко прилетело от кого-то. Спасибо большое. Сегодня даже я не буду сильно долго вас задерживать, потому что хочу рассказать вам про интересный набор, который вышел, такой сет, который вышел с гель-лаками, с декорациями, с пластиночкой для техники стемпинг. Сейчас похвастаюсь. Отключу сейчас телефон, чтобы не беспокоили нас, да? Так. Так, ну все, давайте. Вот нас уже даже стало намного больше. Доброго четверга, Наталья, написала нам Олечка Петрова. Здравствуйте. Итак, девчат, значит, ну, начнем потихонечку. Сегодня у нас четверг, и мы обычно в 2 часа дня встречаемся. Это я просто тут наговорила такой словесный винегрет немножечко, потому что ждешь, пока люди подключаются, потом это все размещается в Ютубе, и получается, что в Ютубе как бы тишина какое-то время. Вот, поэтому сразу обозначаемся, что мы здесь, и что... Я сегодня с вами, как всегда, в четверг, 2 часа дня ВКонтакте. Наталья Коклюгина, инструктор из города Ростова-на-Дону, работаю в школе Екатерины Мирошниченко. Вот, и рассказываю вам про какие-то свои тут придумки, у кого-то подсматриваю, выдаю за свои. Ну, все какое нормально, как у нормального мастера, правда же? Вот, значит, хочу вам рассказать о том, что появился вот уже как бы даже тут вот чуть раньше, не только сейчас, а уже, по-моему, недели две или три, как в продаже у Эми появился вот такой интересный набор. Уже, по-моему, даже несколько прямых эфиров и Катя проводила, Мирошниченко, и девчата-инструктора. Вот, значит, сейчас пока в сторону уберу. Значит, когда сама начала готовиться к прямому эфиру, поняла, что это, ну, как бы супер-пупер набор, который позволяет мастеру, который, ну, вот, вообще-вообще не рисующий мастер, вот совсем-совсем не рисующий мастер, это набор вот можно взять, купить мастерам тем, кто вот, вот даже как вот против дизайнов, ну, чисто потому что это, типа, занимает много времени, и вообще у меня не получается, и мои клиенты никогда в жизни этого делать не будут, вот. Но я думаю, что даже таким мастерам, которые предвзято относятся к дизайнам, вот этот вариант набора гель-лаков, декораций и пластины для стемпинга понравится. Давайте мы сейчас разберем быстренько. Значит, набор называется «Аффирмация», да? Значит, что входит в этот набор? Такой сет, сет. Значит, сюда входит 4 гель-лака, 4 гель-лака. Вот такой вот красивый нежный голубой, темно-темно-коричневый, такой светло-коралловый оттенок и такой нечто среднее между там зеленым такой, знаете, не горчичный цвет, ну и в то же время не совсем зеленый, нечто среднее между желтым и зеленым цветом. Я сейчас открою, мы с вами посмотрим. Значит, что это за набор? Ну, во-первых, конечно же, я уже прочитала, да, 4 гель-лака. Вот они так вот выглядят. Вот их цвета. Видно, вот такие вот. Покрыты глянцевым топом. 4 цвета гель-лака. Забавные, очень интересные цвета, такие молодежные. Значит, что сюда еще входит? 4 гель-лака. Так, пока достаю. Значит, пластиночка для стемпинга. Пластиночка для стемпинга. И 4 вида декораций.
о том, что я отложила в сторону, сейчас чуть попозже. Четыре вида декораций. И, значит, тут вот можно рассмотреть красивых девушек, как будто с обложки журнала. Всякие варианты тут вот. Яхты, самолеты, деньги, дорогие машины желтого цвета. Видите, наверное, Lamborghini, наверное, какая-нибудь. Тут вот, вот картиночки про любовь, тут вот картиночки с Эйфелевой башни, по-моему, да. Значит, пальмы, Турция. Значит, все связано с путешествиями. Итак, вот такие вот девушки о чем-то о дорогом. Там, значит, самолеты, деньги, путешествия и так далее. Итак, значит, четыре вида декораций. Девчат, этот набор вышел специально для тех, вернее, даже не для тех, а вообще-то он для всех, как говорится. Вот, но для тех, кто любит мечтать, загадывать, визуализировать и так далее. И многие, сейчас же очень модно, в Инстаграм продвигается тема визуализировать, да? Когда-то давным-давно, я думаю, уже, мне кажется, все-все-все знают в свое время, очень друг другу передавалось из уши в уши рассказ про то, как надо посмотреть фильм «Секрет». И, значит, что-то в этой жизни получить. Ну, на самом деле, как бы смотрели и верили. Ну, не знаю, я до сих пор верю, конечно. Если сильно-сильно захотеть, то обязательно все получится. Так вот, набор вот этот вот гель-лаков, этих декораций, эта пластиночка для стемпинга, это как раз-таки об этом. И если вы пишете карты желаний, если вы загадываете желания, если вы строите планы на год, записываете в ежедневник, в еженедельник и так далее, если вы мечтаете, если вы четко себе представляете, что вы хотите, то это как раз-таки для вас, для ваших клиентов. Девчат, здесь можно писать не только в книге и в ежедневнике, да, там в блокноты, а можно писать на ногтях, чего вы хотите, чего вы желаете, чего вы хотите больше всего на свете. Вот. И, значит, что здесь за надписи на стемпинговой пластине? Я чувствую любовь каждой минутой. Здоровье, гармония, я люблю и любима. Меня ждет самый лучший день, самый лучший день. Я хочу там, я живу в собственном доме. Знаете, такие вот аффирмации. Екатерина Николаевна очень сильно как бы придерживается вот такого образа жизни, да, что-то желать, что-то хотеть, визуализировать и обязательно получать. Вот, мое тело сильное, здоровое, сегодня мой день, мне улыбается удача, мечта и так далее. Всякие такие вот вариантики типа солнышко, фотоаппарат, любовь, корона тут и так далее, пальмы и так далее. Я путешествую 3 раза в год, то есть аффирмации реально, если вы будете писать не только на своих ногтях, но и на ногтях своих клиентов, они тоже будут мечтать, читать, и все у них будет получаться. Классная тема, если честно, я в восторге. И что самое-самое ценное, как обычно, да, компаниями выпускает какой-то материал, и тут же решает предложить вам целую кучу всяких готовых вариантов из конкретно взятых, допустим, материалов. Но я тут обнаружила, вот честно, я не видела, когда, ну, как бы планировался выход этого набора, да, не все всегда видишь, и уже видишь этот конечный результат. Самое прикольное здесь вот эта тема. Значит, 4 вида слайдера с пластиной, 4 гель-лака. Вот эта карточка вот с этим вот вот QR-кодом. Добрый день, присоединились. Значит, я сейчас буквально, ну, как бы вот готовилась, когда думаю, надо же посмотреть, что там такое. И немножечко, вы знаете, девчат, пришла, ну, вообще в дикий восторг, потому что это вот реально для мастеров, которые вот даже вот, если вы не планировали даже делать дизайн, и не хотите с этим связываться, девчат, этот набор для вас, потому что давайте мы с вами сейчас включим умную камеру. Если получится у нас включить. Так, ну почему бы не получилось? Так, вот, смотрите, QR-код. Я навожу свой телефон. Так, переходим по ссылочке. И здесь электронный, девчат, дайджест. То есть электронный каталог дизайнов, которые можно сделать благодаря материалам, которые входят в этот набор. Посмотреть. И здесь 1 000 000 готовых решений. И когда я начала готовиться, и думаю, надо что-то сделать, надо что-то придумать. Вот. И сначала наделала варианты, а потом начала смотреть вот такой электронный как бы вариант. Девчат, тут задействованы все картинки, которые прилагаются к набору. Абсолютно все. В разном сочетании цветов, с разными надписями и так далее. Мы говорим про дизайны, которые можно сделать на один ноготочек. Вот они, картинки, которые представлены конкретно на слайдерах.
так, и варианты готовых ногтей, и варианты мастер-классов поэтапно описанных. Так, двигаемся дальше. Вот такое сочетание, да? Желтенько, здесь голубенький вариант. То же самое, картинки, надписи, вверху, внизу, вертикально, горизонтально, как хотите. Вот смотрите, я даже пыталась, знаете, как бы сосчитать, сколько вариантов дизайнов здесь. И я вчера два раза начиналась, короче, два раза сбилась, и, ну и смысла в этом не вижу. Листаем дальше. Это картинки со следующего слайдера, да? Это про самолеты, про путешествия там и так далее. Про, ну, хорошую жизнь, скажем так. Ну почему бы не мечтать? Ну, мне кажется, мечтать – это самое такое, то, что я, знаете, как бы вот чисто по-человечески понимаю, что больше лезут какие-то плохие мысли в голову. Но на самом деле все-таки надо стараться жить и радоваться каждому дню. И вот такие вот картинки как бы, да, на ногтях будут напоминать о том, что не так все плохо в этом мире. Вот. Значит, листаем дальше. Тут вариант на длинных ногтях. Так, открывается очередной мастер-класс. Очередное сочетание цветов из этого набора. Так. Вот давайте мы так вот опять же, да, и девочки, и аффирмации, и всякие медитации. У меня прекрасные отношения. Видите, такая картинка про любовь, что-то про любви. Значит, картинки, они, знаете, как бы сделаны слайдеры на белой основе, поэтому они будут видны совершенно на любом цвете, с любым сочетанием цветов. Так, дальше вот что-то про любовь, про прекрасную фигуру и так далее. Так. Опять очередной мастер-класс, опять очередное сочетание цветов. Тут вот у нас про любовь, про высокие отношения. Видите, смотрите, вот вариантов множество, вот целая страница, мастер-класс, как на ногтях это все выглядит. И, конечно же, если вы никогда-никогда не работали со слайдерами, если вы никогда-никогда не работали с пластиной для стемпинга, да, то мы сейчас отсюда выйдем. Простите, меня куда-то... Ага. Выйдем отсюда. И вот смотрите, здесь дальше мастер-класс. И очень подробно, каким образом все это дело прикрепляется, как это все наносится и так далее. То есть достаточно пройти по QR-коду, который вот нанесен на карточке. Видите? Сейчас звук потише сделаю. По QR-коду прошли, получили два мастер-класса и плюс великое множество вариантов дизайнов конкретно из материалов, которые представлены в данном наборе. Набор называется «Аффирмация». Да? Четыре слайдера, пластина для стемпинга и прекрасно четыре цвета. Вот таких вот красивеньких, молодежненьких, вот таких вот здоровских. Видно, девчат? Итак, а тут продолжается мастер-класс. Сейчас я попытаюсь дальше пролистать. Так, через перчатки плохо. Так, видно, вот как красиво получается. Поэтому, девчат, набор для тех, ну, во-первых, кто вообще с этим работает, это вообще на раз-два, знаете, как орешки щелкать. Но для тех, кто вот как бы не хочет связываться с дизайнами, думает, что это очень долго и не получится и так далее. Девчата, получится абсолютно все. И я тоже села вчера так буквально, знаете, как бы за 40 минут, сделала несколько вариантов, вот, и сейчас я вам их продемонстрирую, да, хотя бы парочку из них. Так, что у нас там по времени? Ну, 15 минут. Ага, поехали, значит, с вами. Так, предлагаю, практически мы ничего добавлять не будем, но, знаете, как бы к основным цветам всегда очень хорошо, какие цвета основные добавляются. Ну, белый и черный, я думаю, да, ну, плюс вспомогательные материалы, конечно, никуда без них не денешься. Так, если вдруг какие-то вопросы возникают, девчат, вы спрашивайте. Я периодически поднимаю голову и смотрю, что пишут в комментариях. И пытаюсь сразу же, добрый день, и сразу же пытаюсь на них ответить. Так, что я не приготовила себе, так это я не взяла себе влажненькую салфеточку. И я буквально на секундочку сейчас это дело себе исправлю. Влажная салфетка у меня тоже есть, ножницы тоже есть. Ну что, потихонечку поехали. Значит, ну давайте сделаем какой-нибудь простой вариант, например, там на основе какого-нибудь градиента несложного. Ну, например, давайте сделаем вот так. Так, значит, возьму
цвет? Пинк, розовенький такой. Вот он, не знаю, мне больше такой какой-то, больше коралловый напоминает. Светло-коралловый оттенок. Так, аккуратненько покрываем. И сейчас я покрою в один слой. Просушу, а потом просто снизу добавлю более темный оттенок. Потому что, вы знаете, как бы картинки, которые входят, слайдеры, которые входят в набор аффирмации, значит, они довольно-таки крупные, и они закрывают, ну, большую часть ногтевой пластины. Поэтому, знаете, как бы градиент, даже если хорошо у вас не получается, прям особо вот хорошо, ничего страшного не будет, потому что львиную часть ноготочка будет закрывать какая-то картинка. И поэтому, если вы хотите как бы основываться, да, на градиенте, не переживайте, все равно какие-то погрешности закроют картина. А все остальное вы доиграете с помощью либо каких-то наклеек, либо, допустим, с помощью вот отпечатка, да, там, техники стемпинг. Так, просушили 30 секунд. И теперь нанесу более темный оттенок. Более темный оттенок из этой же коллекции. Он такой, такой, знаете, более темно-коричневый. Давайте вот на основании вот тут вот нанесем. Это даже будет как бы, ну, такой полуградиент, потому что не буду я сильно там мучиться. Хочу просто сделать дизайн быстро. Кисточку перед началом работы не забывайте лучше всего смочить в базу, да, кисточку подготовить и потом аккуратненько ее вытереть салфеточка. Так, кто-то тут написал, Марина написала, я час назад сделала аффирмацию, да, вот замечательно. Сейчас и мы помечтаем, то ли про любовь помечтаем, то ли о деньгах помечтаем. Да что о них мечтать, да? Все будет. Самое главное – желание. Вот я немножечко, девчат, практически сухой кисточкой граничку немножечко растушую. Я просто, грубо говоря, по дисперсии первого, да, цвета, по дисперсионной пленочке, чуть-чуть потянула вверх более темный оттенок гель-лака. И сейчас возьму и наоборот. Так. Мне нужно чуть-чуть затемнить кончик. Там придется туда темное вот это вот основание. Какую-нибудь фотографии найду. Так. Я прямо по дисперсионной пленке сухой кисточкой. Сильно никаких погрешностей, девчат, на самом деле будет не видно. Мне самое главное было сейчас затемнить немножко краешек. Просушиваем. Ну, конечно, придется немножечко повторить, да, потому что все покрытия делаются обычно в два слоя, да. Вот, поэтому сейчас я возьму и немножечко тонким-тонким слоем вернусь к первому цвету нанесу тоненько-тоненько, почти сухой кисточкой. И тоненько-тоненько точно так же на свободный краешек добавлю более темный оттенок гель-лака. Постараюсь смешать эти два цвета между собой. Причем, знаете, если сильно хорошо не перемешается, сильно переживать не буду, потому что там погранично, да, закроет эту всю тему картиночка. Так. Просушиваем. Так, и теперь на фон можно немножечко сделать несколько отпечатков каких-нибудь интересных, так, на задний план. Значит, определяемся с картинкой, какую приклеим. Давайте, например, вот первую попавшуюся, какую-нибудь красивую дамочку. И причем я хочу взять дамочку, чтобы у нее было именно основание было чуть-чуть потемнее, чтобы потом туда отпечатать, например, с помощью белой импасты какую-то такую тему про любовь, да, затронуть. Так, давайте, сейчас я сравню. Мне, в принципе, подойдет любая, потому что типсик у меня довольно-таки большой. Поэтому давайте. Мне кажется, это самая эффектная дамочка. Определяемся со слайдером. Аккуратненько его вырезаем. Картинки все-таки красивые. Качество слайдера очень хорошее. Так, влажная салфеточка нам потребуется. Так, я где-то принесла и поставила. Так, вот она. На мокрую салфеточку положили дамочку.
Так, а тем временем возьмем с вами пластинку для стемпинга. Так, подушечку. И давайте такой черный лачок, да, возьмем. И на задний план можно что-то отпечатать. Так, например, что-то про любовь. Раз мы возьмем тему любви, значит, давайте вот тут вот сердечко. Сейчас мы салфеточку приготовим. Так, приготовили. И теперь аккуратненько. Так как мы делаем это сейчас лаковой красочкой, нужно будет делать все очень быстренько, потому что, в отличие от импасты, потому что мы еще и импастой делаем отпечаток. Так, немножко подождите секундочку, из-под камеры чуть-чуть неудобно было, сейчас я переделаю. Буквально секунду. Так, мне нужно сейчас вот здесь вот вытереть. Так. Сейчас мы, девчонки, протрем пластинку, потому что не полностью набралось у меня на подушечку. Начала торопиться, надо спокойненько. Так, сейчас. Протираю пластиночку, стараюсь ее очистить полностью. Так, все, вытерла. Еще разочек, дубль два. Подушку очистила. Еще разочек. Хотела взять только здесь вот маленькое сердечко. Убираем все лишнее. На подушечку не давим от слова совсем. Давим на слово совсем, и мне опять неудобно. Сейчас возьму другую. Чуть-чуть пожестче. Так, ладно, тогда сейчас вот здесь вот. Хотела сделать быстро, застряла на ровном месте. Так, ну все, отлично. То, что мне не нужно, уберу сейчас. Так, отпечатываю. Взяла подушечку поменьше немножко. Так, вот тут вот раз. Сердечки поставила. Так, ну это лак, он высыхает на воздухе, поэтому, в принципе, больше ничего не нужно. Так, а теперь давайте, на что мы будем прикреплять наш слайдер, который у нас лежит на влажной салфетке? Ну, в нашем случае это, конечно, слайдер-топ, но если у вас слайдер-топа нету, то тогда можно воспользоваться просто базой. Интернет висит, девчонки жалуются, скажите, пожалуйста, у всех нормально с интернетом все, девчат? Да, конечно же, мы обязательно, как обычно, на YouTube все это дело... Обязательно разместиться, девчат. Тоненький-тоненький слой слайдер-топа. Если слайдер-топа у вас нет, у нас есть такой слайдер, да, с липким слоем, на который мы прикрепляем слайдеры. Если слайдер-топа нет, можно, в принципе, воспользоваться просто базой. Подсушиваем 10-15 секунд. Берем картиночку. Так, вот такая прелестнейшая дамочка, красивая. Если была бы блондинка, была бы похожа на Екатерину Николаевну Мирошниченко. Но так как брюнетка, не совсем похожа. Так, прикрепляем слайдер на поверхность, да? Аккуратненько расправляем. Я тут сердечки старалась ставила. Сейчас мы ее чуть-чуть в сторону. Вот, отлично. А то я два раза промахнулась, еще и картинкой закрыла. Вот видите, вот тут вот сердечки сбоку у нас. Так, все, прикрепили. И теперь вот здесь вот вниз поставим какую-нибудь аффирмацию, да? Какую-нибудь красивую фразу, которую будем потом читать и наслаждаться, и ждать результата. Так, просушиваем. Так,
Что дальше нужно обязательно сделать, девчат? Ну, конечно же, любой слайдер нужно обязательно обработать ультрабондом. Без этого, ну, никак не обойтись, потому что сама пленочка, слайдер, это пленочка, да, она не имеет остаточной липкости. И чтобы было хорошее сцепление, вам нужно будет ультрабонд или праймер нанести на поверхность слайдера. Так, наносим. И сейчас вот, если я была бы на 100% уверена, если честно, я бы сейчас прям взяла и сразу бы отпечатала там, например, какую-нибудь красивую надпись про любовь, да? Там «Я люблю» и «Я любима», там, например, да? Можно так вот. Так, что тут еще у нас есть про любовь? И так, «Я притягиваю деньги». Так, это что-то про любовь, но уже к чему-то к другому, к деньгам. Ну, почему бы и нет? Можно, кстати, а почему бы и нет? Пусть будет про любовь к деньгам. Так, ну, у каждого своя любовь, поэтому... Так, создаю прекрасную и успешную жизнь. Тоже хорошо. Так, радость и доход. Угу. Мое тело сильное и здоровое. Тоже прикольно сегодня этот день. Так, все, прекрасно. Я притягиваю деньги легко. Давайте про любовь к деньгам. Так вот, к чему я все это говорю? Девчат, значит, вот сейчас, вот если бы я уверена была на 100%, что все отпечатается с первого раза, и не надо будет ничего вытирать и переделывать. Если честно, я бы сейчас сразу отпечатала. Прямо по ультрабонду, прямо поставила отпечаток. И я так делала на клиентах, и ничего страшного не случается. Все хорошо стоит, чтобы лишние слои не добавлять. Но так как я не очень уверена, потому что и так уже сейчас вот была, да, осечка у меня, что не получилось отпечатать с первого раза, поэтому сейчас лучше всего взять и перекрыть ноготочек Т-классом, топом без остаточной липкости. Для чего? Для того, чтобы я буду всегда иметь право на ошибку. То есть сейчас сверху картинки, да, я ее обработала ультрабондом праймером, ну или, то я так быстро стараюсь говорить, не ругайте только меня, пожалуйста. Так, и вот сейчас я аккуратненько закрываю Т-классом, топом без остаточной липкости. И я сейчас просушу, и если вдруг я поставлю отпечаток, то вдруг что-то пойдет не так, я всегда запросто смогу вытереть и переделать заново, да, то есть как бы... И Т-класс не позволит испортить мой фон, мою картинку, которую я уже прикрепила, и будет все замечательно чисто. Просушиваем. Просушиваем. И тем временем придумываем, что будем отпечатывать. Ну, я... предлагаю взять сейчас вот тут точно на 100% я уверена, что все будет хорошо и отпечатается с первого раза. Так это эмпаста, да, не высохнет, не пересохнет, пока вы не поставите в лампу. Поэтому предлагаю взять в работу белую эмпасту, да, добавить к нашему набору и отпечаток сделать следующий белой эмпастой. Так, давайте возьмем белую эмпасту. Так, что мы решили? Мы что-то там решили, по-моему, по притягивание по притяжению, по-моему, там деньгов, денежек. Так, белая импаста, хорошенечко заполняю все буковки. Так, конечно же, убираем все ненужное. Причем здесь можно, видите, спокойненько, знаете, вот так вот не суетиться никуда. Все хорошо, все убрали. Так, и теперь даже можно немножечко с усилием нажали, медленно подняли и отлично с первого раза. Видно, вот как хорошо все набралось. Так, убираю ненужное мне слова и выражения, чтобы все было чистенько. Можно скотчем убрать, что мы сейчас и сделаем. Все. И теперь смотрим, да, через подушечку наметились. Так вот видно. Намечаем. Чуть-чуть я поверну, потому что мне под камеру не очень удобно, под телефон подлезть. И отпечатываем. Так, я притягиваю деньги. Просушиваем, естественно, в лампе, потому что мы с вами отпечатывали эмпастой. Так, все сразу с подушки убираем лишнее. Просушили. И перекрываем топом. Правильно же? Правильно. Это может быть тот же Т-класс. Это может быть ультрашайн. Это может быть ультрашайн. Ну, в принципе, я вот предлагаю, например, ультрашайном мы перекроем, да? И вариант будет готов. То есть, видите, блин, больше времени тратим
на то, чтобы четко отпечатать, да, отпечаточек с пластиночки поставить. Еще тратишь время на то, чтобы придумать, какой поставить. Ну, смотря по запросу, да, хочет клиентка что-то про любовь, значит, про любовь. Хочет про деньги, значит, про деньги. Ну, если она ничего не хочет, то, значит, ставьте свои желания на ее ногти. И обязательно все сбудется. Так, все отлично нам написали, вероятно, видно и слышно. Я пока вытру пластинку, пока сохнет наш вариант. Так, вытерла и готовим для следующего варианта дизайна. Так, все, пока сохнет. Давайте еще вариантик сделаем. Давайте, например, не будем делать градиент. Так, ну, естественно, и мои ногти тут уже прорвали перчатку. Давайте сделаем вариант какой-нибудь такой про самолет. Что-нибудь про самолет, да, впереди летние отпуска. Хотелось бы, чтобы было желание, возможность у всех поехать в отпуск. Давайте мы сделаем, например, голубенький цвет. Посочетаем сейчас каким-нибудь темненьким цветом. Ну, у нас тут выбор небольшой. Так, вот таким вот образом сделаем голубенький. Я так чуть-чуть пожирнее нанесу, чтобы в один слой просушили. Так, этот вариант у нас готов. Мы его сейчас сюда к общей нашей кучке приклеим. И это будут вам еще варианты. Хотя, знаете, ну, принцип все одно по одному. То есть ничего такого сверхъестественного нового. Вот если вы пройдете по QR-коду, по ссылочке, да, который находится в наборчике, вот по этому QR-коду, вы увидите кучу вариантов дизайна. Кучу вариантов дизайна, которые можно сделать благодаря вот этому наборчику гель-лаки, плюс слайдеры, плюс пластинка для стемпинга, да? И куча готовых вариантов по QR-коду. Так, по поводу, сейчас вот вопрос читаю и зависла. Так, значит, Наталья, а вариант на короткие ногти сделайте, пожалуйста. На самом деле, как бы я соглашусь, что здесь довольно-таки крупные вот картинки. Все картинки. Я, кстати, думала над этим вопросом. На самом деле, все это как бы можно вырезать, отрезать, зарезать и так далее. Значит, ну, например, смотрите, вот если, допустим, картинка вот с лодкой и пальмами сейчас мы задействуем. Во-первых, есть такие более крупные варианты картинок, есть более узкие. Вы можете сверху примерно 1/3 часть зелени отрезать, и нисколько не пострадает картинка. Вы можете, например, взять, видите, вот колесо обозрения, да? Внизу вот там вот Биг Бен, да, это у нас как бы Лондон. Если вы отрежете верхний вот этот вот ярус, оно нисколько не... Вот я сейчас вот так вот закрою, смотрите, вот нижняя картинка, раз, закрываем. То есть ни в коем случае не испортится тема, то есть все равно как бы она будет видно, что это Лондон. Тот же самый как бы прямоугольник просто превратить в квадрат. Здесь вот, например, с башней, да, в это, Эйфелевой, тут чуть-чуть как бы верхушку не надо трогать, то есть по ней мы узнаем ее, а вот внизу можно буквально взять и примерно 1/3 часть вот картинки отрезать. И тогда эта картинка встанет на более короткие ноготочки. Если взять вот здесь, смотрите, у самолета, и внизу немножко отрезать, и сверху. Вы можете краи, девчат, как любой мастер. Смотрите, доллар, да, например, на картинке целиком, но ведь вы, если вы отрежете, допустим, нижние две буквы, картинка не перестанет олицетворять тот же доллар, правильно? Или, например, там, вот смотрите, вот эти вот, да, денежные массы. То же самое. Есть вот поуже картинка, причем если вы отрежете верхнюю чуть-чуть часть и нижнюю, от этого оно как бы не перестанет, ну, передавать смысл этой картинки. Поэтому на короткие ногти на самом деле как бы можно все то же самое сделать. Смотрите, не обязательно, допустим, видно вот барышню, можете ей голову оставить, отрежьте чуть-чуть, 1/3 часть снизу, лицо останется. Там, где крупные лица, соглашусь, что, может быть, их они не пойдут на короткие ногти, но все остальные абсолютно... точно подойдут, запросто. Так что я думаю, что все то же самое можно сделать и на короткий ноготь в том числе. Так, ну а мы с вами продолжаем. Мы нанесли голубой цвет. Так, ну а с этой стороны давайте нанесем вот такой вот коричневый, да? Мы пользуемся гель-лаками только из коллекции, хотя на самом деле можно добавить сюда, например, не темно-коричневый вот этот красивый шоколадный цвет, а можно было взять банально черный цвет или темно-синий цвет, тоже хуже не будет. Так, ну мы пользуемся сегодня только коллекцией аффирмация, то есть как бы только берем гель-лаки, которые
находится в этой коллекции. Поэтому никаких других не добавляем в работу. Так, ну что, я почти прямо провела, даже несмотря на то, что у меня перед носом телефон, и он мне довольно-таки мешает. Так, все, просушиваем. И еще можно взять, девчат, например, немножечко-немножечко поглумиться. Возьмете этот же коричневый, капельку. Вот капельку. Смешайте, например, с жидкой базой. Жидкая база. Секунду. Я где-то только что кисточку промыла. А, все, нашла. База, бейс-гель. Видно? Вот, смешиваем с капелькой бейс-гель. То есть сейчас мы сделаем гель-лак чуть жиже, да, чем он есть на самом деле. Смешиваем. Делаем его жиже. И на голубую часть, я нанесу сейчас слайдер-топ. Слайдер-топ. Оп, видно, слайдер-топ. Так, в сторону все пока отодвигаю. Итак, слайдер-топ. Так, аккуратненько наносим. И теперь, девчат, возьму какую-нибудь тоненькую кисточку. И на мокрый слайдер-топ поставлю несколько капелек гель-лака, смешанного с базой. Совсем чуть-чуть. Пусть немножечко растечется. Итак, я взяла слайдер-топ. Нанесла его и по мокрому слайдер-топлю ставлю несколько капелек гель-лака, смешанного с базой, с бейс-гель. Просто фон будет немножечко интересней. Посредине будет картинка, смысла туда лезть никакого нет. Так, просушиваем. Здравствуйте. Пропустила сначала. Что это за набор? Что это за коллекция, Оксанка? Оксаночка Жиляева спросила. Оксан, я рассказывала девчонкам о том, что вышла новая коллекция. Аффирмация. Уже Екатерина Николаевна об этом рассказывала. Вот, значит, здесь в этот наборчик входит у нас 4 гель-лака. Вот их цвета. 4 гель-лака. Вот таких вот. 4 гель-лака. Теперь 4 варианта слайдеров. Про любовь, про деньги, про путешествия. Вот они. Про путешествия, про любовь, про деньги. А про что еще? Не знаю, про любовь к себе и так далее. Так, вот таких 4 слайдера. Пластиночка для стемпинга, на которой как раз-таки написаны аффирмации. Про любовь, про деньги, про все такое. Про все наши желания, да, тайные. Чтобы они стали не тайными, а явными. Чтобы обязательно все исполнялись. Так, и про здоровье, и про любовь, и про деньги. И самое ценное, что есть. То есть, как бы не просто набор, а еще и куча готовых решений. То есть, вы можете перейти по QR-коду, и откроется вам каталог с готовыми дизайнами. Я сегодня уже в начале мастер-класса говорила о том, что я пыталась посчитать, потом бросила это гиблодел, потому что там очень-очень много вариантов. И все обусловлено вот количеством вот этих картинок. Вот сколько картинок, да, 4 листа, это тоже надо было посчитать. То есть куча-куча вариантов дизайнов. И причем, знаете, этот, вот этот набор, он не привязывается ни к какому времени года, да? У нас же часто выходят, например, там гель-лаки, которые относятся к конкретному времени года, да? Или картинки, или слайдеры, или шармиконы, или, да, и декорации, да, скажем так. Вот. А тут получается у нас... как бы набор для любого времени года, абсолютно. Так, девчат, я сейчас буду прикреплять сюда, конечно же, слайдер, и поэтому сейчас, пока разговариваем, покрою ноготочек слайдер-топом и просушу 10-15 секундочек, и потом будем прикреплять слайдерочек. Так, и где-то он будет вот у меня здесь, вот на голубой поверхности. Так, а пока просушиваем. Итак, еще раз хотела сказать о том, что этот набор не надо приравнивать ни к какому времени года, потому что путешествовать и любить, причем любить кого-то, любить деньги, родину и так далее, не обязательно конкретно привязывать к какому-то времени года, да, поэтому этот набор будет, конечно, актуален абсолютно в любое время года, абсолютно.
Вот. И для любых, не знаю, если клиенты не любят вот эти вот листочки, цветочки там и так далее, вензелечки, то это как раз-таки набор вот для таких вот любителей все что угодно, только не цветочки. Вот. И не обязательно делать на всех ногтях, правильно? Это достаточно сделать на одном пальчике, остальные пальчики просто покрыть одним цветом. Видно? То есть картинки плюс вот эти все медитации, аффирмации и так далее. Так, мы пока продолжаем. Так, я, конечно, подсушила 10-15 секунд, но пока разговаривала, не приготовила, что мы будем прикреплять. Так, ну давайте. Картинку же я хочу. Давайте вот эту, вот так вот на экран. Лодочку. Нравится она мне. Освежающая. Если ноготочек был бы сейчас короткий, я просто взяла бы немножечко сверху примерно 1/3 листвы вот так вот отрезала, чтобы, главное, нижняя часть картинки была бы видна. Так, смысловую нагрузку не потеряет, если отрезать примерно 1/3 часть картинки, то есть, допустим, на короткий ноготочек. Так, сейчас мы уберем и белую бумажку в том числе, чтобы ничего нам не мешало. Простите. Так, сейчас, секундочку. Оп. Так, мокрая салфетка нам нужна. Есть. Размочили. Прикрепили. Где-то у меня тут пинцетик был. Сейчас, секундочку. Так. Если слайдер-топ не пересушивать и подсушить всего 10-15 секунд, то слайдер будет очень хорошо двигаться по поверхности, без всяких проблем. Все, подвинули туда, куда вам надо, расправили все уголочки и взяли и подсушили немножечко. Подсушили. И уже после того, как вы подсушите, уже картинка двигаться не будет ни при каких обстоятельствах. А запись будет? Да, конечно, будет. Как обычно, в YouTube все это дело выкладывается и собирается потихонечку для вашего удобства, чтобы вы сразу видели какие-то готовые варианты. Так, все, есть такое дело. И теперь обязательно картинка, да, слайдер, эта пленочка, обязательно нужно обработать ультрабондом. Ультрабонд есть. Высыхает на воздухе. И теперь, девчат, я предлагаю перекрыть текласом. И уже продолжить, допустим, отпечатывать с пластиночки с нашей, с аффирмациями, да? Отпечатки уже ставить на просушенный теклас. Где он у нас? Угу, вот он. Теклас. Я уже говорила, что, если честно, я бы взяла бы сейчас, например, если бы на 100% была уверена в том, что у меня все с первого раза получится. Вот. Но на самом деле, если мы будем отпечатывать импастой, она не может не получиться. Она получается абсолютно у всех, особенно белая импаста, если вы работаете. И с импастой можно не бояться, да, то есть как бы все четко, все равно все получится. Так. Просушиваю теклас 30 секундочек. Теперь придумаем, что мы можем отпечатать. Ну, тема такая для путешественников. Лодка, да, красивые пальмы и так далее. Можно, например, взять, вот здесь вот есть на пластинке, пальму отпечатать. Можно отпечатать там какой-нибудь коктейль. Можно взять, отпечатать какой-нибудь, вот тут мне нравится, там самолетик, типа полетел туда. Так, можно какую-нибудь надпись. Можно какую-нибудь надпись. Я путешествую 3 раза в год. А почему бы и нет? Так, сейчас нам только единственное, нужно ее протереть пластиночку, чтобы она была полностью чистенькой. Сейчас, секундочку. Так, вытираю. Все, вот она у меня чистенькая. Так, и я по пути наименьшего сопротивления пойду. Возьму эмпасту. И она точно 100% отпечатается. Так. Ну, давайте, например, возьму и отпечатаю пальму. Оп. Пальмочку. Вот так аккуратненько заполняю всю картиночку белой пастой. Так, убираем все лишнее. Берем
подушечку для стемпинга, набираем, убираем все лишнее. Это может быть скотч, это может быть просто влажная салфетка. Так, отпечатываем. Так. Вот так, видно внизу пальмочки. Так, давайте сюда выше поднимемся и отпечатаем, например, какое-нибудь словечко. Так, а пока пальму подсушим. Так, ну и давайте какое-нибудь про мечта, например, да, там счастье. Давайте счастье отпечатаем. Также возьмем белую пасту. Потому что как раз на темном фоне хорошо видно белое, да? Счастье. Счастье. Так. С помощью скотча убрала все лишнее. Отпечатываем. Вот так, прям чуть выше пальмочек, да? Так, сушим. Ну что там еще? У меня осталось совсем чуть-чуть места. Знаете как, все лучшее и сразу. А тем более 100% уверенность, когда есть, что все отпечатается. Так, что-то нужно маленькое. Небольшое совсем. Что-то тут про любовь опять сердечко. И по границе. Все. Видно вот на темный фон, да? Белые пальмы, счастье, там сердечко сверху просушили. И девчат, конечно же, закрыли топом. Так, пока сохнет, вытираю пластинку, чтобы еще разочек на экран показать. Все наши желания могут стать... Как этим? Настоящим, да, все наши желания могут исполниться, да, если мы будем о них часто думать, если мы будем все время их проговаривать, прочитывать, и я считаю, что это, вот, мне кажется, такой прорыв в ногтевом дизайне, когда вот Екатерина Николаевна придумала, что желания, они должны быть написаны на ногтях и все время быть рядышком с нами, да, и мы должны это как бы читать, визуализировать, и оно обязательно исполнится. Итак, значит, тут у нас вариант, конечно же, готов. Закроем сейчас это все дело топом. Ну, я взяла ультрашайн. Просушим пока. Так, ну, чем классен этот набор, да, что вот мы сейчас не брали никаких других красок, ну, единственное, для стемпинга, да, мы, конечно, добавили белую импасту в работу, вот, мы воспользовались только цветами из набора, мы воспользовались декорациями из набора, цвета гель-лаков из набора, пластинка из набора, и самое, конечно, прикольное, так, вот эти вот прикольные штучки-дрючки, которые помогают любому мастеру в дизайнах. Пластиночка. Девчат, никто не спрашивал, но отдельно эта пластиночка не продается. Она продается в наборе. Ну, это, конечно, маленькая замануха, скажем прямо, да? Но в любом случае оно стоит того, потому что даже если мастер не рисует, даже если мастер никогда не пробовал делать какие-то дизайны, возьмите, воспользуйтесь. Не бойтесь, вы ничего не забудете, потому что в наборе вот лежит вот такая вот чудесная карточка. Видите? И написано «Lookbook», да? Это каталог готовых дизайнов. Нужно будет пройти по QR-коду, и вы увидите там каталог готовых дизайнов, там их великое множество. И сочетание цветов, и градиентов, и на одном цвете, и на двух, и на трех цветах. И все слайдеры идут в ход буквально. Так. И четыре цвета гель-лака, очень красивые, весенние. Но вы знаете, на самом деле... Они будут хорошо смотреться абсолютно в любое время года. А уже желания свои выстраивать, свои хотелки выстраивать, да, я считаю, что это абсолютно не нужно привязываться к какому-то определенному времени года. Можно мечтать в любое время года. Итак, я в обратном порядке собираю набор.
4 гель-лака, 4 слайдера с желаниями-пожеланиями. Вот они здесь у нас в наборчике. Так, электронный каталог готовых дизайнов. Вот здесь по QR-коду. Пластиночка для стемпинга тоже входит в наборчик. Так, и 4 гель-лака, которые мы с вами уже сложили. Запись, конечно же, будет. Вот они, 4 ложечки с цветом. И выглядит это вот так. Оп. Аффирмации. И у нас здесь с вами есть готовые варианты дизайна. Я думаю, знаете, даже в этот раз хочется, конечно, сказать, может быть, кто-то сделает скриншот. Но даже если не сделаете, ничего страшного, потому что если вы приобретете себе этот набор и пройдете в электронный каталог, там будет, я не знаю, в 10 раз больше вариантов дизайнов, чем здесь у нас представлено сейчас конкретно на экране. Так, здравствуйте, 31 марта в Воронеже буду у вас на мероприятии. София, будем очень рады, будут лично Катя, Вера Мирошниченко выступать. Поэтому я думаю, что мероприятие будет очень интересным, очень красочным, музыкальным, с шутками, с прибаутками, в лучших традициях. Знаете, как бы выступление Кати и Веры Мирошниченко, конечно же, все будет замечательно. Что за набор, мы уже ответили. Так, присоединения ложек в наборе нет, но наклейки на ложке есть. Набор очень крутой. Набор очень крутой. Но если даже ложечек вдруг нет, я думаю, 4 типсинки у вас все равно найдутся, девчат. Да, ну, не знаю, может быть, спросите, может быть, там, где покупали, почему? Возмутитесь. Хотя, на самом деле, я считаю, что оно не стоит того. Набор крутой, я сама в восторге. И, знаете, провожу вот эти прямые эфиры, как бы, по четвергам. Все время, как бы, ломаю голову, все время готовлюсь. Ну, как бы делаю дизайны, чтобы себя чувствовать в эфире свободно. Это вот, например, дизайн из прошлого раза тоже, видите, весенняя коллекция, 8 цветов гель-лаков, это мы в прошлый раз делали. А в этот раз села, открыла электронный каталог и поняла, что, в принципе, ничем удивить невозможно, потому что настолько много готовых решений в каталоге, что даже трудно переплюнуть этот каталог. Всем огромное спасибо. Всем огромное спасибо за ваше внимание, за ваше участие в наших мастер-классах. В записи все будет выложено на YouTube. Всего вам самого хорошего, девчат, побольше вам денежных клиентов, удачи во всем. Мечтайте. Чем больше вы будете мечтать, тем больше желаний у вас сбудется. Всем удачи. С вами была я, Наташка Клюгина. До свидания.